Вот. На какие поинты надо делать, на какие вот эту покажу, сюда, вот на эту ногу. С этой? Сюда. Сюда. Сейчас работаем. Первым покажу удары. В этой работе желательно опять не работать, знаете, левое, правое, левое. Просто вы работаете лево-правое, второй номер можно знать, что вы будете работать, ну, правое бить. И это как бы говорили, у меня план уже. Ну, уже знаете, ну, шеф машинально. А надо же, чтобы он до последнего не знал, кого убьет. Но так как он не знает, поэтому первый номер должен работать как второго. И не должен быть быстрее, чтобы он реагировал. И не будет, вот, убьем, и он реагирует, как я. Оп, шкой. Если даже так, то слушай, такая скорость будет, чтобы он не знал. Чем он знает, что я буду справа бить, по самой справа. Понимаете, смысл, да, о чем говорит? Вот он бьет, я бью. Сбоку, уходит, сразу сбоку сюда бьет. Опять, вот, ну опять. Если справа руки, или справа. Сюда. Опять ходит. Опять, вот он не знает, что руки я буду бить. Поэтому он должен, вот он, сел. Сел. Вот, 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 понимаете, а теперь работаем, вот, смотрите, работаем. Оп. Вот, смотрите, я ухожу, вот он справа, я ныряю, я только вижу, что движение пошло, любой руки, так будет легче сделать. Я вижу, что здесь движение пошло, я просто падаю вниз, но я вижу, что справа, поэтому я ухожу, все, на эту ногу я сажусь. Все, а если сбоку удар вот этот, ну, чтобы не было движения такого, мы встаем, потом бьем, нет, все по ходу идет, прям по ходу. Вот он бьет, говорит. Оп, вот откуда я выхожу, я уже все, нога пошла сюда. Опять вот смотрите, только назад рука возвращается. Правильно. И вот так я возвращаю ее. Вот, просто надо, чтобы локоть, просто, это по кратчайшему идет. Хоп, сюда. Опять давай. Вот, теперь с этой. Примерно так. Вот, работаем. Вот, видите, мы вот уходим. Вот сюда. Сразу, сразу. Вот, без паузы. Без паузы. Да. Если можно, мы потом добавлять еще. Это просто мы работали снизу, помните? Если это правильно считаем, то правильно делать, то тут получается снизу. Потом я могу снизу, потом опять сбоку. По ситуации уже. Сейчас работаем вот эту удар. Работаем друг на друга.